Жительницу города Болотное будут судить за избиение 4-летней дочери. Об издевательствах над ребенком женщина сама рассказала в эфире федерального канала и заявила, что была вынуждена так поступить. Своими откровениями она, похоже, пыталась вызвать сочувствие и жалость. В сентябре прошлого года еле живую малышку подобрали на улице случайные прохожие. Оказалось, до такого состояния ее довела собственная мать. Девочку забрали медики, а в отношении родительницы началось следствие. Причем, как выяснили в СК, свои педагогические таланты обвиняемая проявляла систематически. С ее слов, иначе дочь не поддавалась воспитанию. А в последний раз ситуацию усугубил еще и развод с супругом, поэтому она сорвалась. Обвиняемая, являясь матерью малолетней, в течение длительного периода времени ненадлежащим образом исполняла свои родительские обязанности, жестоко обращалась с дочерью и не интересовалась ее здоровьем. Вину в совершении инкриминируемых преступных деяний фигурантка по делу признала частично. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело вместе с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время поступит в суд для рассмотрения по существу.